Имам Али Рахмон вспомнил о законах шариата. МВД России утвердила новую форму уведомления об иностранных рабочих. Журналист информационного агентства «Росбалт» мигрантов используют для отвлечения внимания. В своем выступлении на встрече с представителями таджикского общества, состоявшегося 12 мая, президент Таджикистана Имам Али Рахмон неожиданно заботился о благосостоянии граждан, призвав жителей страны не допускать расточительства и искусственного завышения цен во время месяца Рамазан. Рахмон также вспомнил о законах шариата, добавив, что прошедшие осень и зима, во время которых выпало мало осадков, а также нынешняя жаркая весна, не могут не оказать отрицательного влияния на урожай сельхозкультур и сферу животноводства. Наблюдатели отмечают, что это уже далеко не первый случай, когда Рахмон апеллирует к исламским законам и ценностям, изображая из себя благочестивого мусульманина, пытаясь сыграть на религиозных чувствах народа для достижения своих личных целей. В данном случае Рахмон попытался изобразить из себя справедливого правителя, заботящегося о своем народе. Примечательно, что Рахмон призвал людей проявлять экономность, чтобы пережить бедность, в то время как сам он, по мнению экспертов, является одним из самых коррумпированных правителей в мире. МВД России утвердила новую форму уведомления об иностранных рабочих. Так, согласно нововведению, принятому МВД России, работодатель должен уведомить территориальный орган МВД России о заключении или прекращении с иностранцем трудового договора не позднее 3 рабочих дней с даты заключения соответствующего договора. Новые формы начали применяться с 20 апреля. Бланк уведомления заполняется разборчиво от руки или с использованием технических средств на русском языке. При заполнении уведомления нельзя использовать сокращенные слова, а также вносить исправления. Уведомление можно представить несколькими способами. Подать на бумажном носителе непосредственно в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России. Отправить почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Направить в электронном виде через интернет, в том числе через единый портал госуслуг. За неуведомление МВД о принятии на работу иностранца, либо за нарушение установленного порядка и формы уведомления, предусмотрена административная ответственность, частью 3 статьи 18.15 КОАП РФ. Для организации штраф от 400 до 800 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. Для должностных лиц – штраф от 35 тысяч до 50 тысяч рублей. Для работодателей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей ответственность еще более жесткая, а именно для организации – штраф от 400 до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. Для должностных лиц – штраф от 35 тысяч до 70 тысяч рублей. Нам прибывают и осуществляют трудовую деятельность – это… Журналист информационного агентства «Росбалт» Александр Желенин в своей статье под названием «Мигрант на запасном пути», опубликованной на сайте агентства, объяснил читателям, для чего на самом деле нужны трудовые мигранты для современной России и как российские власти используют их в своих целях. Результаты анализа имеющейся информации свидетельствуют, что основной костяк террористических групп составляет граждане стран СНГ. У российской власти всегда есть беспроигрышный способ отвлечения общественного внимания при угрозе серьезного обострения внутриполитической обстановки, считает журналист.
Также же Ленин приводит цифры, указывающие на то, что трудовые мигранты играют значимую роль в российской экономике. Между тем, надо отметить, что мигранты в современной России не просто ее важнейший трудовой ресурс. Мало кто осознает, что они составляют как минимум 10% от всего занятого населения в РФ. Причем эти 10%, примерно 7-8 миллионов человек, закрывают те ниши в общественном производстве, а также частных домохозяйствах, которые не готовы заполнять собой россияне, либо из-за непрестижности тех или иных профессий, либо в силу неприемлемости условий труда, 12-часовой рабочий день с одним выходным, или вообще без выходных, больничный и отпуск только за свой счет и так далее. Однако мигранты в современной России – это не только ее трудовой, но еще и неисчерпаемый политический ресурс. Мигранты – это политический ресурс, прежде всего, для действующей власти. Сама тема мигрантов всегда используется властью, как только у нее возникают те или иные трудности. Или она еще только опасается, что они могут возникнуть. В этих случаях тема миграции и межнациональных проблем, даже если в данный момент таковых нет, используется как дымовая завеса или инструмент перевода общественного внимания с неудач родного правительства на столь любимую большинством тему понаехавших. А значит, тему мигрантов пока можно отложить на будущее. Она у нас, как тот бронепоезд, всегда на запасном пути, пишет журналист. Напомним, что за последний год десятки трудовых мигрантов из Центральной Азии были задержаны в России по обвинению в причастности к терроризму. Однако правозащитники и эксперты единогласны в своей оценке о том, что все эти уголовные дела являются сфабрикованными. Я, если честно, читать умею. Так вот, насколько умеете, вам лучше будет поставить.